Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из русской литературы 19 века. Василий Андреевич Жуковский. Спящая царевна». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Первый вопрос. Вы прочитали сказку Жуковского «Спящая царевна». Что в ней вам особенно понравилось, запомнилось? Пророчество рака, заколдованный сон, пробуждение. Ответим. А особенно мне запомнилось то, что заклятие злой чародейки все равно нашло царевну, хоть царь и приказал избавиться от всего, что могло уколоть дочь. Эта ситуация показывает, что от своей судьбы нельзя уйти. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!